Вы знали, что в таблице Менделеева 118 элементов? Для юных химиков этот вопрос кажется совсем несложным. Но многие из них впервые отправились в удивительный мир химии, чтобы увидеть другую, волшебную сторону этой науки. Получится это только после особой клятвы. Клянусь поверить в чудо! Только дружнее. Клянусь, мешать не буду. Сегодня каждый смог почувствовать себя настоящим волшебником. Вуаля! Это ли не чудо? День химии в СПбГУ проводится уже 21 раз. И каждый раз с новыми экспериментами. Ребята сами готовили волшебную кашу, меняли цвет воды в колбочках и узнавали, в каких веществах не утонет яблоко. Так. Все игры с огнем под строгим наблюдением магистра и его помощницы. Они в совершенстве владеют химической силой. И таких змей могут приручить, и огненный дождь создать, и зажечь огонь без спичек, обычной водой. Может быть, побывав на этом празднике, а у нас уже много таких ребят, они серьезно увлекутся этой наукой. У нас много тех, кто выросли на этих праздниках. Кислород, газ, азот, газ. Организаторы праздника говорят, будущий химик обязательно должен наизусть знать все свойства элементов таблицы Менделеева. Поэтому приготовили несколько непростых проверочных вопросов. Скажи, пожалуйста, взглянув на эту аудиторию, какие здесь есть элементы? Я хотела стать будущим профессором химии и биологии робототехники. Я бы хотела очень учиться в химфаке в СПГБУ. В обычной жизни таких чудес не увидишь, поэтому знакомство со сложной и одновременно увлекательной наукой химии прошло на ура. Ребята уверены, что точно придут сюда снова в следующем году. Валерия Мельникова, Владимир Лушин, Алексей Чупко, медиацентр СПбГУ.